Здорово, ребятушки! В сегодняшнем видео речь пойдет о получении колечка. Но не простого, а манорегенящего во время каста. Ring of the Fallen Spirits. Для начала квестовой цепочки The Legends of Stalwan направляемся в Duskwood, к тетеньке мадам Ева. Если ваш уровень 22 и выше, она выдаст вам квест. А что надо делать после получения задания, смотрите видео. Если что-то непонятно, то ставьте на паузу, либо используйте замедление.
после получасовых похождений получаем колечко. Или, если захотите, топорик. Вот и все. Колечко в инвентаре. Спасибо за внимание. И до новых встреч на просторах Азерота.